Всем привет. Автосалон Хавейл. Давайте посмотрим, что осталось из машин в салоне и какие цены. Напомню, что перед самым апрелем, в конце марта, машины F7 подорожали на 20 тысяч. По скидкам сейчас на F7 и F7X 200 тысяч скидка по тридвину и по кредиту. На А6 и на А2 пока скидки так и остались по 50 тысяч. И А6, напомню, что все их уже не привозят из Китая, равно как и А2. Вот одна осталась машина, потом до нее дойдем. Одна осталась машина вот черная. И еще одна в тест-драйве сейчас на мойке. Они сейчас ее там намывают, все это приводят в порядок. Машина прошла всего лишь 700 километров на тест-драйвах, и они тоже ее продают. И скидка вот просто так, раз, и как сказал менеджер, раз, скидка, и все вот так вот, на 130 тысяч рублей. Такое дело. Давайте смотреть. Это у нас в белом цвете машины. И посмотрим, как здесь к этому относятся коронавирусы машины. В целлофанке, там, где люди касаются эти места или нет. Итак, смотрим. Комплектация автомобиля премиум 1,5 литра, 7-ступенчатый робот, полный привод, 150 лошадок, Хавейл F7, из допов ковер-салона, сигналка с автозапуска, Starline, защита сетка радиатора. Цена машины 1 миллион 755 тысяч рублей. Передний датчик парковки, реализован свет, туманки. Ну что, машины сейчас, видите, стали ставить в белом свете, чтобы, ну, как-то хоть, допустим, вот без заплаты за свет. Хотя это, в принципе, многие так практикуют, но обратите внимание, да, они черные. Колеса, смотрите, вот здесь, да, какие колеса, какие там. Вот эти, естественно, да, они поинтереснее выглядят, но зато те дешевле. Вот как быть, соответственно, с этими колесами смотрится машина, да, намного вот интереснее, чем там, видите, сразу таки между колесом и аркой такой огромный зазор, скажем так. Повторили продавать зеркала, видите, камер тут куча. Двери, пороги закрывает. Сзади диск тормозов такие огромные. Ну, антенна, все это понятно. Давайте смотреть, что здесь предлагает. Кожаный салон, мультируль и так далее. То есть, вот опять же повторяемся, да, из чего исходят автопроизводители. Вот они выкатили вот эту машину, и да, она огромная, все такое, вот, ну, тут и турбодвижок, да, там, и здесь вот полный привод, и робот семиступенчатый, все такое. Вот она вот такая есть, какая она есть. Но по такой же цене, по такой же, да, допустим, можно взять в очень неплохой комплектации Тигуан, или там, допустим, ну, притоповый, почти топовый, допустим, это Sportage. Я не понимаю, вот они когда вот машину выкатили, да, вот они чем руководствуются? То есть понятно, что есть еще куча конкурентов. И неужели они рассчитывают на то, что вот, вот по такой цене машину эти будут брать, а, допустим, уже проверенные бренды, ну как, задвинут просто туда-назад. Как считаете? Мне кажется, это глупость какая-то. Либо они что-то, ну, китайцы где-то как-то лукавят, либо они действительно уже дошли до такой степени, что они ставят все уже более такое, ну, хорошее, в том плане, что не так, как раньше, вот, ну, у них все эти машины были, ну, скажем так, условно калечные, да, там, типа коробка, фигня, движок, а уже, допустим, все уже, ну, наработано, и хорошие движки, типа, и хорошие турбо, вот эти вот, ну, движки и коробки роботы, и то бишь они уже, но в силу того, что это все дорого, потому что все это хорошее, и они как бы не могут цену пустить. Как считаете? F7X тоже в белом цвете. Ну, про диск я уже, видите, сказал вам. Давайте посмотрим, что здесь. Комплектация комфорт, двухлитровый движок, 7-ступенчатый тоже робот, и передний привод 190 лошадок. Ну и тут из допов не указано. Машина стоит 1 589 тысяч рублей. Вот в 3D, если вот такую брать, 200 тысяч будет скидка. Смотрите, сколько, да, сразу? 1 миллион 390 будет стоить эта машина. Ну как, нормально?
Ну, как считаете? Тоже здесь, смотрите, линзованный свет. Ну, правда, здесь чуть кузов другой, но тем не менее, да, он попроще, чем, ну, вот та комплектация. И смотрите, у нас здесь есть три комплектации: комфорт, элит и премиум. В базе машина стоит 1 миллион 529 тысяч рублей. Кстати, получается, базовая машина есть. Вот. И в топе машина стоит уже с двухлитровым движком, с полноприводом, 1 миллион 859 тысяч рублей. Ну вот так. Цифровая панель 7-дюймовая. Только за доплату 20 тысяч. Ну вот видите, да, все прекрасно. Вот тоже, да, смотрите, большая машина. Переднеприводная стоит 1 миллион, ну, грубо говоря, 590, да, вот, ну, грубо говоря, 1 миллион 600. Как вы считаете, достойный вариант для покупки? У нас, вы видите, еще есть люк, есть, ну, вот как-то я сомневаюсь. Конечно, нам всем хочется, чтобы машины были дешевле, а как и, ну, китайцам это сделать? Вот, то есть тут такие турбодвижки и все такое, то есть, повторюсь, роботы. И как вот машину цену снизить? Кстати, сейчас уже запустили производство H5 HVL. Вот. Будет всего две комплектации: комфорт и премиум. Походу они такие же будут ставить движки на 150 лошадок и на 190. И 177, по-моему, такой. Вот. Будет еще, то есть, комфорт и премиум. То есть только две комплектации. Ну, естественно, там тоже все будет наворочено и так далее. Ну, парни сказали, что после 20 марта будут, апреля будут известны цены на H5, а уже в мае, где-то к середине, привезут его сюда в салон. Идем дальше. HVL H2. Вот эта машина осталась одна в салоне вообще. И еще, повторюсь, у них есть HVL H2, та, которая была на тестах. Вот она все прошла, всего 800 километров. Сейчас она там моется и так далее. Ну, то есть, скажем так, приводится в порядок, чистится. И на нее, на ту машину, скидка 130 тысяч рублей. Просто так раз и все. Вот. Черный цвет, смотрите, вот эта машина тоже уходит. Из модельного ряда вот H6 и вот этот H2. То есть, что у нас в итоге остается? HVL F7, F7X, H9 и будет еще H5. Но H9 опять, видите, в салоне нет. Почему? Потому что машина очень дорогая и, соответственно, ее привезут только под заказ. Ну, получается, у них есть такая возможность в салоне. Смотрим. Тоже линзованный свет, туманки тут. Ну, смотрите, вот такие машины, да, мы говорим, вот елки-палки, что они их убирают? Ну, видимо, как-то они стараются идти дальше. Вот, и вместо этой машины, потом, может, ее, опять же, там разберут на заводе, там что-то доработают, переделывают, переварят где-то как-то формы какие-то. И, допустим, на базе вот этой выкатят, ну, уже новую, другую, скажем так. Ну, естественно, все будет переделано, все, вау, у них новая машина. Только возможно, я считаю, что да. Смотрим. HVL H2, комплектация Elite, 1,5 литра, автомат, передний привод, 143 лошади. И тут у нас из допов, говорю, салона. Посмотрите, здесь скидка. Вот эта машина стоит 1 миллион 285 тысяч 525 рублей. Ну, соответственно, так как это у нас передний привод, стоит автомат, полноценный ISIN, 6-ступенчатый. Ну и вот, смотрите, какие цены. Всего две комплектации люкс и элит. Ну, соответственно, все. Вот эта машина, если продастся совсем скоро. И больше такой машины в салоне не будет. Ну что, вот еще у нас есть F7. Такой красивый цвет. Линзованный свет, туманки. И что-то датчика парковки передних я не вижу. Давайте посмотрим, сколько же просит за такую машину. Комплектация автомобиля комфорт, 1,5 литра, 7-ступенчатый робот. Странно, здесь пишут 7 ДСТ, там 7 АТ. Передний привод, 150 лошадок. Ну, в принципе, так.
машина представлена, цена представлена автомобиля 1 479 000 рублей, цвет синий. А в базе у нас, видите как, то есть почему на 10 тысяч она дешевле, интересный вопрос. Но цвет, конечно, зачетный, да, тут не подкопаешься. Ну давайте посмотрим, что здесь. Ну, в общем, они все почти одинаковые. Там единственное, что получается, вот, разница в комфорте, там, ну, по некоторым плюшкам и все. А так, кстати, недавно ехал по городу, вот, на светофоре слева от меня через ряд подъезжает машина. Ну, вот, из-за машины, вот, из-за соседней, ну, в смысле, которая вот слева по потоку была, выезжает вот такая вот морда. В белом цвете, но, соответственно, все же быстро происходит. Думаю, нифига, тачка подкатила. Вот, ну, потом уже желтый. Думаю, подожду, что за тачка такая. Ну, и это. Машина резко стартует. Деваха за рулем. На белой тачке. Ну, посмотри, так это же у нас F7. Вот так вот тоже уже народ, ну, покупает. Не без этого. В общем-то, почему нет? Ну, опять же, мы все говорим, или там кто-то там пишет, что блин, дорого, вот то-то-то, вот то-то-то-то. Ну, каждый же для себя считает, что вот, допустим, ему вот такая машина, ну, важнее там, или лучше для него, чем какая-то тоже спортыш. Вот у каждого свои в голове прибабахи. Поэтому, кстати, вот стоит у нас на тестах HVL H9. Ну, то есть, если что-то кому-то надо показать, подводит к этой машине. Смотрите все, что потрогайте, что, чего, куда. Потом опять же на сайте все это покажут, все эти комплектации. Вот в чем отличие, собственно, и все. Нужен человеку, он получается, что машину закажет. Не нужно, ну, значит, нужно. Но в любом случае посмотреть он может. Да еще и прокатиться. Ну что, давайте еще посмотрим. Вот у нас стоит здесь. Знаете, еще один H6. Тут, видите, уже заготовки идут по левому, еще какие-то столики там менеджерские и так далее. Вот не вовремя этот коронавирус, блин. Смотрите, Haval H6 Elite, 1,5 литра, автомат и тоже передний привод. 1 359 462 рубля. Ну вот сейчас, я так понимаю, время такое, то есть машины вот эти уже последние, их больше уже даже на складах нет, вот их больше из Китая не возят. Я так понимаю, если вдруг кому-то интересно приехать сюда с них, ой, как хорошо, можно еще скидочку выторговать. Им тоже надо и быстрее эти машины продать, собственно, потому что, чтобы не висело у них мертвым грузом. Ну, тут я уже сколько раз говорил, что все здорово. Мягкий пластик, все в коже, кожный салон. Опять же, осин настоящий, шестиступенчатый. Все здорово. Ну, вот тоже китайцы решили, что хватит вот такую модель выпускать. Видимо, какие-то есть у них задумки, что-то более новое у них по плану выпускать. Вот. Ну что, вот такие у нас модели. И такие цены. Как вам цены? Как вы вообще относитесь к китайским автомобилям и к HVL в частности? Пишите, комментируйте. Всем пока, счастливо!